Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Для того, чтобы связать данную снежинку, набираем цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Замыкаем в кольцо. Соединительным столбиком. Далее будем провязывать в наше кольцо. Для начала делаем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид. Вводим крючок в наше получившееся кольцо. И делаем столбик с одним накидом. Далее делаем 3 воздушные петли. И в наше кольцо провязываем столбик с одним накидом. Снова 3 воздушные петли. В кольцо столбик с одним накидом. Три воздушные петли. Кольцо. Столбик с одним накидом. Снова 3 воздушные петли. В кольцо столбик с одним накидом. И делаем 3 воздушные петли. И вводим крючок в нашу 3-ю петельку цепочки и делаем соединительный столбик. Далее мы переносим вот сюда нашу петельку, вводим крючок в первую арку, делаем соединительный столбик. Далее делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в наше получившееся кольцо провязываем столбик с 2 накидами. В это же кольцо провязываем еще один столбик с 2 накидами. Далее провязываем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. И в самом нашем начале мы делаем не пико, а вводим крючок в нашу первую петельку цепочки и делаем соединительную петлю. Далее накид. И в наше кольцо провязываем 3 столбика с 2 накидами. Первый, первый, второй и третий. Далее делаем 2 накида и в следующую арку провязываем 3 столбика с 2 накидами. Первый, в эту же арку второй. И в эту же арку третий столбик с 2 накидами. Далее снова делаем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. В нашу первую петельку вводим крючок, делаем соединительный столбик и в эту же арку провязываем еще 3 столбика с 2 накидами. Первый, второй и в эту же арку третий столбик с 2 накидами.
Так провязываем до конца нашего ряда в каждую арку. Довязали, теперь вводим крючок в нашу четвертую петельку цепочки, делаем соединительную петлю. Наш ряд готов. Для следующего ряда делаем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4 и будем обвязывать наши колечки. Делаем накид и в кольцо провязываем 9 столбиков с одним накидом. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. И девятый. Далее. Над нашим столбиком, вот этим третьим предыдущего ряда, мы провязываем столбик без накида. Далее делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую нашу петельку, над следующим нашим столбиком предыдущего ряда, также делаем столбик без накида. Далее делаем 3 воздушные петли. И обвязываем снова нашу цепочку. Провязываем в нее 9 столбиков с одним накидом. И так будем провязывать до конца нашего ряда. Для следующего ряда в первую нашу арку мы провязываем 3 соединительных столбика. Первый, второй, третий. Над первым столбиком с одним накидом предыдущего ряда также провязываем соединительный столбик. Над вторым также соединительный столбик. Мы с вами перенесли из начала вот сюда вот нашу петельку. Далее делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем следующую петельку. Во вторую вводим крючок. Делаем столбик без накида. Далее делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В следующую петельку вводим крючок, делаем столбик без накида. Далее провязываем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В эту же петельку вводим крючок, делаем столбик без накида. Снова делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В следующую петельку вводим крючок, делаем столбик без накида. Далее делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаем одну петлю основания, следующую вводим крючок, делаем столбик без накида. Так мы обвязали наши столбики в арке. Далее делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Вводим крючок вот в эту нашу арку. Делаем столбик без накида. Далее провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В эту же арку вводим крючок, делаем столбик без накида. Далее делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Первую петельку над нашим столбиком
предыдущего ряда мы пропускаем, над вторым вводим крючок, делаем столбик без накида. Далее делаем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Одну петлю основания пропускаем, следующую вводим крючок, делаем столбик без накида. Далее делаем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Следующую петлю вводим крючок, делаем столбик без накида. Далее делаем 8 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В эту же петельку вводим крючок, делаем столбик без накида. Далее делаем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. В следующую петельку делаем столбик без накида. Далее делаем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Пропускаем одну петлю основания, в следующую вводим крючок, делаем столбик без накида. Далее 2 воздушные петли. Вот в эту нашу арку вводим крючок, делаем столбик без накида. И далее повторяем так до конца нашего ряда. У нас получается вот такая вот красивая, замечательная снежинка. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии и пожелания. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И всем пока!